Добрый день, коллеги! Сегодня немножечко расскажу еще про работу с родом. И очень часто задают один и тот же вопрос. Спрашивают, что делать, если мой клиент, либо я сама, либо я сам не помню своих родных, только помню вот родителей и бабушек и дедушек. А некоторые не помнят даже бабушек и дедушек, потому что, возможно, у них бабушки и дедушки уже умерли, когда они родились. Поэтому это очень частый вопрос. Мало того, бывают случаи, когда клиенты приходят, и они вообще даже своих родителей не знают, потому что они пришли и они из детдома, ну то есть из детского дома, то есть они не знают своих родителей, либо у них приемные родители были. Добрый вечер, Юля. Итак, что делать в таком случае? Как работать с родом в таких случаях, когда либо клиенты не помнят, либо клиенты не знают даже своих родителей и своих родственников? Существует память тела, существует память клеток, существует память, которая позволяет нам вспомнить уже на сеансах, уже на встрече с психологом все те проблемы, которые беспокоят клиента. То есть они всплывают сознательным, всплывают бессознательным, всплывают сознательным, если мы строим генограмму семьи, оттуда какие-то маленькие-маленькие вещи, какие-то маленькие детали, даже если вам кажется, что вы вообще ничего не помните, то при работе с психологом начинают всплывать какие-то тонкости, какие-то детали, какие-то истории. То есть всегда есть какая-то история. Вот эти детали и тонкости очень хорошо вспоминаются именно при работе с родом. Кроме того, если еще раз человек из детского дома или и у него приемные родители, мы точно так же строим генограмму. Мы строим генограмму прямо на полу. Если вы работаете даже по скайпу, даже неважно, там в зуме, онлайн, и если есть возможность вживую, конечно, лучше вживую, но если вы работаете в зуме или в скайпе, неважно, вы все равно строите на полу. Я рассказываю технически, как это сделать. На интенсиве более-более подробно все-все-все вот это расскажу, как это сделать. И когда вы построили вот это все на полу, то клиент встает в роль, например, там мамы или папы, или бабушки, или дедушки, или прадедушки, и он, когда встает в эту роль, у него начинают всплывать какие-то фразы, какие-то слова, которыми он вообще, может быть, даже о которых он не думал, и которые вообще даже у него в голове не были. Но, тем не менее, эти фразы всплывают, 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 и что делать в таких случаях? Дальше мы обычно переигрываем ситуацию. Я уже рассказывала, что мы делаем редуинг. Я расскажу, как делать редуинг. Мы не можем изменить факты. Мы не можем поменять то, что было на самом деле, но мы можем изменить отношение человека, введя в ситуацию какие-то ресурсные роли, либо введя какой-то голос своей личности, либо разговор со своим будущим устроить. Ну, то есть очень-очень много техник разных, которые я буду рассказывать, буду делиться, все-все-все вот на этом интенсиве по работе с родом. За мою 15-летнюю практику очень много работ я провела, и я участвовала, и сама делала работу с родом, поэтому всем готова делиться и рассказывать, как можно сделать, как можно в любых ситуациях, абсолютно в любых. Еще раз, есть трансгенерационная связь, есть психогенетика, есть вещи, которые передаются, которые не осознаются клиентами, и можно это сделать, можно изменить жизнь, можно стать более счастливым, более веселым, можно самому стать более счастливым и веселым даже уже в процессе вот этого интенсива, потому что я считаю, что этот интенсив, он даже терапевтический для специалистов, которые на него придут. Терапевтический. То есть вы сами пройдете терапию, вы сами, и затем уже вы можете с клиентами делать все то же самое. Барабаны Бурунди, дам, это вообще какая-то супер-пупер практика, которую вы нигде не найдете. Барабаны Бурунди, если вы наберете в интернете, вы даже не найдете этих аудио, которые я вам скину, которые я вам отдам, и вы можете их использовать в терапии. Очень рада, очень жду, потому что люди продолжают записываться. Уже послезавтра у нас повышение цен, поэтому оплачивайте сегодня. И самое главное, для участников клуба, для участников клуба, для тех, кто в клубе, у вас скидки
помните про то, что все, кто в клубе, у вас скидки на этот интенсив, на все интенсивы, которые будут, у вас прям большое-большое преимущество. Что делать, если не знаешь, что для тебя счастье? Мы как раз исследуем эту тему. Я вот как раз сегодня редактировала последнюю главу к моей книге про счастье, что такое счастье, и исследуем эту тему. Приходите в личку, записывайтесь на бесплатную консультацию, и будем исследовать эту тему, что такое счастье. Потому что для каждого человека счастье — это абсолютно разные вещи. Мы сегодня вот только с другом из Нидерландов ходили, гуляли с собаками, у нас собаки, и мы с ним иногда в парке встречаемся. И вот мы сегодня ходили, я ему рассказывала про книгу, и он говорит: ну вот что они говорят, что вот эти люди говорят в твоей книге про счастье, что они говорят про счастье? Я говорю: ты знаешь, для каждого счастье это очень-очень разные вещи, разные, абсолютно разные понятия, но тем не менее у всех этих людей есть что-то общее. У всех людей есть что-то общее, у счастливых людей есть что-то общее, и про это вы можете узнать в книге про счастье, либо на личной терапии. Личная терапия, напоминаю, стоит 330 тысяч рублей. Если вам интересно работать лично со мной, и те, кто работал, они точно знают, что я очень сильно вкладываюсь в человека, что я работаю, отдаю все материалы, которые у меня есть, открываю все-все доступы. Человек параллельно проходит со мной еще какие-то программы, в которых я участвую, которые я веду, и человек буквально за 3 месяца уже может изменить свою жизнь и изменить свои отношения, и человек становится другим. Да. И все, на сегодня все. Всем ромашек. Вот этот прямой эфир, который я веду, он не сохранится в Инстаграме, потому что Инстаграм сейчас все запихивает в IGTV, но... Хорошо. Это было смешно. Вот это вот случайное сообщение, это было очень смешно. Пусть будет. И поэтому я сохраню вот эти прямые эфиры на Ютубе. И мы его отправим специально в клуб для участников нашего клуба, чтобы вы помнили, что у вас есть скидки на интенсивы. Потому что сегодня ко мне записалась наша участница, и она говорит: ой, а я не знала, что у нас скидки на интенсив. Поэтому очень жду всех участников клуба для того, чтобы поделиться техниками, и чтобы вы уже эти техники включили в ваши программы. Все, всем ромашек, счастливо. И все техники, которые я использую, абсолютно все, вы можете использовать все. Все мои авторские методики, все наработки, все. Вот, вы, кто-то тоже говорит, что не знал. Хорошо, что вы подключились и теперь знаете. Там 50%, если у вас обычный пакет и помесячно оплачиваете, и 70%, если у вас годовой пакет оплачен. Поэтому вам вообще там сам Бог велел прийти. Александру привет! Я только что у Александры была на прямом эфире, вот теперь она ко мне пришла. Все, я уже закончила. И всем ромашек, хорошего дня. Все, приглашаю на интенсив по работе с родом. Все, счастливо, пока. Хорошего вечера. У нас уже вечер. Давайте я вам покажу свой красивый вид из окна, чтобы вы тоже смогли насладиться. Я не знаю, насколько вам видно, я надеюсь, что видно. Что видно-видно наше барселонское голубое небо, и что вам видно кафедрал, наш кафедральный собор. Все, 8 часов, сейчас пойдем хлопать, уже все, пора хлопать. У нас все 8 часов хлопают, все, счастливо.